Так, очередные два блока. Это уже блоки номер 9 и 10. Второго кейса 50-53. Блок первый из двух. 50-53. И 50-21. 50-21. Ну, думаю, что с этого блока начну. Так. Автограф. Ну и пока одна параллелка и автограф, ничего больше интересного. Далее. Параллелки пошли, но хитов пока одна штука. Отличный хит, тем не менее. Один он стоит, возможно, большей части блока. Так. Ну, смотрим. Еще три карточки надо найти. И считаю параллелов, естественно. Лауреата сезона. Ну и не так много пакетов осталось. 4 и, по-моему, 5 еще в блоке. Вторая карта 5 плюс 1. Собственно, параллелки остались. И здесь, да, 5 пакетов. Последние пакеты 9 по счету блока. Так, еще одна карточка. Базовая. Всего-навсего, для отчетности, статистики и так далее достать ее, конечно же, стоит. Ну и параллелки еще должна быть одна, если не ошибаюсь. Да, вот она. Итак, блок номер 9. Его содержимое. Федор Малыхин, автомобилист, параллелка. Федор Малыхин. Так, далее. Стефан Кронваль, Локомотив. Константин Барулин, Акбарс. Александр Никулин, золотая версия, Спартак, 14 из 100. Владислав Фокин, также золотая версия, 69 из 100. Александр Свитов, Акбарс. Александр Матерухин, Динамо Минск, 32 из 100. Ну и серебряные остались Бойд Кейн, Медвежчак, Лукаш Крайчик, Динамо Минск и Мэтт Далтон из Нефтехимика Нижнекамского. Хиты. Петр Варна. Лев Прага, 77 из 300. Петр Варна. Далее Бобби Сангвинетти, Атлант. 17 из 300. Бобби Сангвинетти. Под серией лауреаты сезона. Александр Еременко, лучший вратарь регулярного сезона, 180 из 200. 160 из 200. Лучший вратарь
регулярного сезона. Ну и главный хит блока — автограф Тома Ванделя из московского «Спартака», 46 из 50. Том Вандель. Акула игры. 46 из 50. Ну и второй блок, номер уже говорил, 50-53. И еще автограф. Так, неплохое начало лауреата сезона. Ну и параллелки. 5+1. Итак, параллелки: Александр Неживий, Динамо Рига, Роман Савченко, Борис, Ян Булис, Трактор, 99 из 100, Николай Бушуев, Северсталь, Райан Убирн, Лев, 97 из 100, Милан Бартович, Слован, Том Вандель, Спартак, Виталий Вишневский, Локомотив, 29 из 100. Илья Ежов, СКА. И Алексей Бондарев из Трактора. Ну и хиты. Михаил Сёрсон, 5+1. Слован, 291 из 300. Александр Радулов, ЦСКА, 246 из 300. Снова Александр Еременко, аналогичная карта, лучший вратарь регулярного сезона. На этот раз номер 179 из 200, Александр Еременко, Динамо Москва. Ну и автограф. Автограф Григория Серкина из Санкт-Петербургского СКА, 36 из 50, Григорий Серкин, СКА, Санкт-Петербург. Оборот карты. Ну и через небольшую паузу оставшиеся 4 блока будут открыты.